Мое печенье! Отпусти! Нет, ты отдай! Упс. Спасибо! Это ограбление! Гони деньги, живо! Стоять! Это не оружие! Ауч, моя рука! Верни деньги, сейчас же, немедленно! Эй! Стоять! Кто из вас грабитель? Хорошая? Плохая? За мной! Привет, подписчики! Спасибо, что смотрите мой ТикТок. Сегодня я приготовила для вас кое-что особенное. Приветик. Кристи, ты портишь мое видео. Не обращайте внимания на мою сестренку. Она у нас особенная. Кристи? Ну что ты делаешь? Вступает Кристи. Мой новый хит тебя пронзит. Ну все, хватит. Папочка! Кристи мешает мне записывать ТикТок. Я разберусь, идем. Что надо делать? Смотреть сюда? Я поддержу тебя, доченька. Смотри, мои просмотры увеличились. Ты им понравился. Спасибо, папочка. Иди, Эшли. Теперь я буду звездой ТикТока. Туалет занят, ребята. Эй, можно побыстрее? Нам всем пора собираться. Сколько можно занимать туалет? Выходи. Я быстро, ребята. Что? Кристи. О, Фредди, мой тайный краш. Опять она. Пс, понравился парень? Я помогу тебе его заполучить. Идем. Тебе нужно сменить стиль. Добавить смелости. Что у меня тут есть? Вот, переоденься. Ну как? Я уже дерзкая? Недостаточно. Финальные штрихи. Посмотри на себя. Кристи, мне нравится. А теперь уроки флирта. Непринужденно подмигни ему. Молодец. А теперь вот так. Да, ты готова. А вот и он. Чему меня научила Кристи? Фредди, привет. Это спазм или нервный тик? Она такая странная. Что не так? О, нет. Я опять забыла ключи. Придется взламывать замок. Что делаешь, сестренка? Есть уже ключи. Добро пожаловать домой. С днем рождения, папочка! Я сама делала эту открытку. Нравится? А вот мой подарок. Какие дорогие часы. Спасибо, доченька. Я открою. Кто там? Сэр, пропали эти часы. Вы их не видели? Ах, вот же они. А, это подарок на день рождения. Вы арестованы за подозрение в ограблении. Отпразднуйте в участке. Это будет самый вкусный ужин для собачки. Болта, приготовься ужинать. Сейчас приду. Так-так-так, что здесь у нас? Собачья еда. Доченька, ты готовишь? Пахнет вкусно. 20 баксов и ужин твой. Давай. Спасибо. Папа? Что ты делаешь? Это для... Держи двадцатку, я сюда ем. Очень вкусно. Тише, Болта. Вот тебе двадцатка. Не мешай мне ужинать.
Так, осталось ввести эти данные. Вроде все. Пойду пройдусь. Тебе нужен новый подход, папочка. Презентация готова. Я молодец. Коллеги, начнем презентацию. Взгляните на экран. Это вы? Что? А? Как неловко. Это новый тренд. Ой, в ботинок. Отличная стратегия, Энтони. О, 6 утра. Пора вставать. Начинаем день активно. 1, 2, 3, 4. Какое хорошее утро! Замолчи, Эшли. Ты мешаешь мне спать. Что? Давай со мной, Кристи. 1, 2, поворот. Уже пора спать. Сладеньких всем снов. Город засыпает. Просыпается Кристи. Хочу петь. Это моя ночная песня. Эшли, пой со мной вместе. Кристи, ты мешаешь мне спать. Я не хочу это слышать. Подушковая звукоизоляция. Не двигайся, сестра. Я немного подправлю твой макияж. 1, 2, 3. Обожаю подарочки. У нас грабитель. Никому не двигаться, иначе я буду стрелять. Пеннивайз! Что? О, ты так красиво поешь. Держи, это тебе. Спасибо. Ну кто так играет? Давай гитару, я покажу, как надо. Я пою лучше, чем ты. Это скамейка моей мечты. Вау, это реально круто. Я знаю. Держи гитару. Спасибо, пока. Эй, мои деньги. Я излучаю спокойствие и гармонию. Йо-хо, устроим вечеринку. Дышите глубже. Мы излучаем спокойствие и гармонию. Прекрасно. Ну и скука. Я лучше пойду. С днем рождения, папуля! Просыпайся! Задувай свечу и загадывай желание. Поздравляем, наш любимый папочка! Сьюзен подготовила для папы лучший подарок. Надеюсь, он обрадуется. Открывай, папуля. Подарок от Евы? Хитрая сестра исправила подпись в открытке. Подержи, Сьюзи. Спасибо, Ева, за такой хороший подарок. Ты самая заботливая дочка в мире. Что? Папуля, ну это был подарок от меня. Да-да, вы мои любимые девочки. Давайте не ссориться, ведь мы одна семья. Сьюзан расплатилась в супермаркете. А Ева, как всегда, прихватила пару вкусняшек просто так. Девушки, стоять! О нет, сейчас охранник поймет, что я украла эти продукты. Сброшу их в сумку своей сестры. Вы забыли свою карту, мисс. Спасибо. Фух, это не за мной. Что? Откуда эти продукты? Ева, ты снова не расплатилась. Придется возвращаться на кассу. Плати за свои покупки. Я слежу за тобой, девчонка. Время уборки. Я пылесошу уже полдня, а наглые крошки никак не заканчиваются. В чем дело? Привет,
Сьюзен. Хочешь печеньку? Так вот в чем дело. Я убираю, а моя сестра тут же мусорит. Ева! У меня появилась прекрасная идея. Сьюзен. Хочешь сыграть со мной в PlayStation? Давай, уже иду. Доставай второй джойстик, а я включу приставку. Я достану, но только не джойстик, а пакет с водой. Упс. Снова обмочила штанишки, сестричка. Все как в детстве. Бедная маленькая Сьюзи. Отличный пранк, Ева. Я переоденусь быстро, а вот твой диван еще долго будет мокрым. Веселая вечеринка. У Сьюзен. Эй, почему все внимание достается моей сестре? Нужно это исправить. О, мне так плохо, помогите. Не обращайте внимания. Не сработало. Ладно. У меня есть план Б. Включаю музыку погромче и будем танцевать. Йо-хоу! У Евы вечеринка веселее. Давайте все сюда. План сработал. Веселимся!